И еще спортсмены Калмыкии приняли участие в чемпионате Южного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин от 19 до 40 лет в Краснодаре. Как сообщает профильное министерство, Калмыкию представляла сборная команда Республиканской спортшколы Олимпийского резерва по боксу имени Цирена Балзанова. По итогам чемпионата серебро завоевала спортсменка Нина Харинова из Городовиковска, а бронзовую медаль – элистинец Богдан Ильзитинов.